Здравствуйте, компания «Электромотор» представляет вашему вниманию аккумуляторную мотокосуль, еще как можно ее назвать, триммер «Орегон». Значит, сверху установлен двигатель, здесь установлена аккумуляторная батарея емкостью 36 вольт. Кнопка включения и выключения. Мотокоса всегда находится в рабочем положении. То есть единственное, чтобы у вас был заряжен аккумулятор полностью, и телескопическая ручка. Достаточно удобная, очень качественная, легкая. Плюс вы можете выставлять вот эту вот рукоятку дополнительную по длине, как вам удобно. Что еще из этого сказать? Здесь вы сможете снять защитный, у нас есть. Резко ударом, да? Да, леска, если вам нужно выдвинуть, больше сделать леску, вы просто во время работы вот этой вот головкой стучите по асфальту, и у вас просто увеличивается длина лески. Защитный кожух уже, в принципе, как обычно, мотокоса идет. Аккумуляторная, последнее время, даже за ближайший, за прошедший год-два, в Европе больше, самый большой уровень продаж это является аккумуляторный инструмент, каждый год прирост 30-40%. Достаточно легкая, качественно маневренная, экологически безопасная, так как здесь нет выбросов химии и бензина. И практически всегда готова к работе. Еще раз. Вот так вот она в работе действует. Это чуть-чуть тяжелее идет, чем Олео Макс. Здесь идет 4-амперный аккумулятор. Значит, можно также при помощи нее кромку обрезать. Видите? По вопросам покупки аккумуляторной мотокосы «Орегон» обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Она есть у нас в наличии, как вы уже видите. Официальная гарантия, доставка по всей Украине 5-3-0-3-8.